У каждого человека есть дата смерти, и он не может изменить ее даже на минуту. Человек не может сделать, когда он умрет, но он может сделать, как он умрет. Понимаете? То есть здоровеньким, крепеньким или лет 20 лежать. Вот. Поэтому то, что они погибли, дети, вот, им хорошо. Серьезно, тут мы страдаем, на этой земле. Человек мозгом ощущает. Знаете, есть такое Евангелие, не буду называть от чего, от кого вернее. Так там написано так. Когда спрашивал Иисуса, учителя, ты не боишься умирать, что там? Он сказал так, ты не представляешь, как там хорошо, ведь там нету боли и страданий. Ведь боли и страдания мы получаем от мирского, от материального, от земного. А там лишь духовное, там так хорошо, туда даже ангелам не надо. Поэтому смерть – это хорошо. Ну, Юр, я еще раз, для нас я буду, да, я буду очень вот. Проста, ну, хорошо? Дальше. Вот так вот прям как дважды два четыре. Ну. Смотрите, может быть, детям, я сейчас пытаюсь к вам прислушаться вместе со зрителями, может быть, детям, которые ушли, на самом деле и хорошо, но здесь, в этой мирской жизни, остались родители этих детей. Это и первая страшное. Моя мысль, когда я бежала по набережной, пытаясь найти свой отель, не понимая, это ночь, куча людей, много крови, паника. Я думала не о себе. Я не думала, дай бегу, я не добегу. Я понимала, что моя мама, находясь в Украине, если, не дай Боже, включить телевизор, она узнает, что происходит в Ницце, она просто этого не выдержит. Согласна. Понимаете, Юр? Вот это было мое самое, это был мой самый большой страх. И единственный. Я не отдавала отчет, что происходит. Я думала только о ней, что вот, а вдруг она узнает первой, и я не успею вот как я бы понимаю. Дойти и узнать. Ну, поэтому что сложно случится? Очень здесь. Ну, я сказал, как есть, а не эмоционально. Теперь второе. Знаете, вот, когда человек не удовлетворен, он начинает злиться. Злость перерастает, если не успокоился, в ярость. Ярость перерастает в желание убивать. Юрій Козлов – екстрасенс, потомственний цілитель, біоенерготерапевт, фіналіст битви екстрасенсів і дипломований реабілітолог. Пройшов особливо екстрасенсорну підготовку і має атестат біоенергокоректора з правом на лікування за допомогою своїх здібностей, завірений Комітетом нетрадиційної медицини при Міністерстві охорони здоров'я України. За 15 років практики на традиційній медицині Юрій допоміг більш ніж 30 тисячам пацієнтів. На багатьох з них вже ставили крапку лікарі провідних клінік і вважали їх випадки безнадійними. А захворювання невиліковними. Юрій стверджує, наше життя як гра в шахи. Є певне поле, місце дії та вибір правил і законів. І якщо людина щось неправильно розрахувала, зробила неправильну стратегію, вона програла. Але потрібно пам'ятати, що ми завжди можемо почати нову партію. Ніхто не застрахований від помилок. Помилки не гріх. Гріх – це коли людина знає, що неправильно, але все одно продовжує в тому ж дусі. Когда человек не удовлетворен, он начинает злиться. Злость перерастает, если не успокоился, в ярость. Ярость перерастает в желание убивать. Знаете, есть такое изречение, горбатый смеется, когда видит двугорбого. То есть, когда человеку плохо, он делает, чтобы другому было хуже, тогда ему легче. Вот. А вот есть такое понятие метеозависимость. То есть, например, на погоду у людей там ноги крутят и так далее. Не у всех, ну, у некоторых. Так вот, есть также агрессозависимость. То есть вот когда человек стоит и хочет, ну, мысли убить другого, а мимо будет проходить агрессозависимый, ему тоже захочется убивать. Резонанс мысли пойдет, понимаете? И вот это вот, чем больше горя, тем больше людей это ощущает. То есть это будет еще расти, понимаете? И это как вот, знаете, ну вот как, не знаю, как червяк. Он должен созреть, а потом прорвать, и тогда будет легче. Вот смотрите, Великая Отечественная война. До войны люди готовы были глотки друг другу перегрызть. Кричали, я не буду за зарплату работать, плати мне полторы. А после войны как поменялись ценности? Люди бы радовались солнцу, радовались тому, что они проснулись. Правильно? То есть, если не будет осени, не будет весны. К сожалению, так устроен мир. Я очень надеюсь, что ну, вы пытаетесь как бы нас вроде бы успокоить, но, по-моему, не очень пока получается. Не, я реально говорю...